отсутствующей пунктирной разметки. Новые тип перехода появятся на нескольких сотнях перекрестков в столице, а также в других городах. Во-вторых, дополнительные эффекты светофоров по самому застрелке. Там будет красным светом или красным утром, чтобы водителям было проще заметить их на стене. В-третьих, появится новая разметка парковки. В некоторых случаях скоростной линии будет выделена вся зона парковки без указания отдельных мест. Это делается для более эффективного использования пространства. А под некоторыми знаками парковки теперь появится новая табличка. Парковка по диагонали к тротуару. Кроме того, велосипедистам теперь разрешат ездить по полосам для общественного транспорта. Раньше это было формально запрещено, и им приходилось двигаться по крайней правой полосе общего потока. В некоторых случаях едва ли не посередине дороги. Также введено новое обозначение велосипедной дорожки. Наконец, техническая мера, уточнены правила размещения, а штрафов безопасности. Розница, меняются ли цены на импортные товары? Визит с укреплением рубля. О том, что происходит на рынке гаджетов, Иван Медведев. Ничего однозначного. Так кратко можно описать комментарии экспертов на этот счет. С одной стороны, после паники начала зимы, когда народ зачем-то сметал с прилавков все, что мог унести, теперь на рынке электроники затишье. Деньги потрачены, ажиотаж спал, все подорожало. С другой стороны, есть данные, что россияне заказывают Apple Watch с готовностью потратить на один гаджет 6-значную сумму.